А какие боссы еще живых? Да все, кроме профа и сурка. Так, Гласик, это кто-то из гильдии, еще не из гильдии? Это не из гильдии, да? Так, Спасибо. завоеватель, надо кому-то, кто-то там плюсовал вроде на том боссе, на сурке. Кому там дать? Приду на пару минут. Вы кого ждете постоянно? Чистите там трэш пока без меня, я пока добегу там, не стойте. Так, давайте, присты идем со мной наверх, и стойте тут сейчас под контролем. Давайте подходим, присты. Оптимус, печенька, звездочка. Так, пиани, печенька. Ромбик, СДПР. Таня, если ты тут, сможешь поконтролить трусы. Угу. Все, иди контрольте. Будем бить скелета, поставлю на него черепок. Сейчас присты подойдут, присты контрольте. Сейчас под... Так, давайте печеньку череп бейте точечно. То трэш напуливайте, других там лишний. Да, других сагрили, бейте точно череп. Дайте войско. Давайте хилим хорошо, потом звездочку сливаем. Давайте звездочку бейте, звездочку, потом печеньку, потом остальных. Давайте печеньку. Так, ромбик идет, потом ромбик давайте сливать. Сыграйте по ромбику. Так, подождите, резайте павших, хильте танков.
Так, давайте, подходим сюда. Так же само по контролям, будем черепок бить. Давайте, присты, подходим. Давайте, контролим. Начинайте контролить. Давайте в черепок играем. Точно бейте. Потом трусы. Ну все, танки можете потом тех вести, убиваем их. Через ромбик играйте. Давайте подходим, даем фулбафы. Можете рыбу поставить. Кому рыбу дальше поставили? Так, кушать рыбку. БДК на двоих, протопал на одном, толдрама на БДК на полевой, на кинетиках присты, охотник. Если кинетика падает, я катушку себе, короче, собираю андролом сразу. Так, давайте чек на пол. БДК на двоих, толдорама на БДК на пуливайте. Давайте, все готовы, идемте на позицию. На вихрях разбегаемся, големы разряжаем. Народ, распула не сорвите. Если там у вас будет мало хп после вихря, ждите, пока вас захилят. Давай, сейчас будет вихрь, готовьтесь разбегаться. Давайте, разбежались. Давайте, сбежались. Шаманы, давайте рост. Так, еще один вихрь, разбежались. Так, и в Толдорама играем. Смотрим, РД хилы будет. Голем, голем надо будет по рейду разряжать. Скажу на ком, и надо будет отбегать от него. Кастует, смотрим на кого. Да, герцогиня, нормально. Там вихрь в центре, аккуратно. Сверху там. Смотрим, кастует, разряжаем. На этот маг Рейсел. Играем кейс, это точно.
Так, давайте. Валанора бьем, вихри разбежались. Вихри разбежались. Давайте бьем. Надо будет еще одно вихрь разбежаться, не успеем удалить. Или успеем. Ну ладно, добивайте, короче, без разбежек. Все, молодцы, видите, контроль ты трэш, СДПР, правого контролишь, Оптимус, левого контролишь. Их не трогайте, играйте по советнику череп. Ну, по лечу играйте. Картушку рольте на мейнспек. Так, Таня. Тебе надо катушка? Даня Вин. Да. Магарац. Тапки. Вот эта фигня бесплатно надо кому-то. Охотник надо? А, ладно, пусть будет, дам тебе, если что. Не надо. Ну там кирпичи там, если шо, у табурена и у Магдака. Так, давайте в череп, в печеньку играем, все в печеньку. Точечно бейте, чтобы не сорвать игру и не умирать. Потом следующую печеньку. Давайте в мага под колбой переключились лучше. Ну да, сейчас смотрите, у кого меньше хп, то вы сливаете. Поставил печеньку. Так, давайте, ну ладно, подходим, там вроде никто не падал, кстати, там что по бафам не хватает, каска, лапа, пристабаф, вроде все есть, сейчас хилы ману отопью, тогда начинать. Давайте, в центре хилы, только РД по бокам, лужи выносим, с флагом сбегаемся, чек на пул. Сюда волкер. Танк, идите на позицию. Танки на позицию, ДК, иди. Да, начинайте. Сбегайтесь к нему на ФК. Продайтесь.
Здорово, тени. Сбираемся. Перенжу набирать, после того, как сбежали все. Беги, малышка, беги! Слава Кенни. По-моему, ты со щитом дамажишь. Я не уверен, но, по-моему, на тебе щит. Потому что я стойку переключал. Играйте с фактом. Давайте по следующей цели антифир пристыкиньте, сам на себя кинешь. От луж отходим, готовимся, сейчас будет взлетка. Давайте, милики в центр ушли, хилы в центре, только РД тоже свалите куда-нибудь. Укусы передавайте, ренжу набирайте, оптимум загин на хп. Можете раздать шаманы. А, КД не стоит, не давайте КД, КД еще. Сбегайте с фактом в центре. Как тени попал. Аккуратно, там тени в центре будут. О, молодец. Ману залетишь, а ману? Да, закинь ману и мега... мегатуру. Да, мегатуру. Да, заливу. Можете раздавать шаманы. Так, давайте отходим от тул, сейчас будет страх, РТ его добьют, милики там стойте, покурите пока, укусы только передавайте, в центре от филов отойдите тоже. Все, ресните локой, можете трешить и чистить. Ну, Кария. Брольте на мейнспех. Я пока что не могу это использовать. Да, почему это не погорит? Так, Оптимус надо тебе? Оптимус, блин. Не надо. Эх, кто там следующий? На следующий я не прист, поздравляю. А нет, подожди, там хэпал ролил. Да, хэпал вин. А что-то токен не показывает первый. Сейчас я его еще не ролил. Рольте защитника. Его, в принципе, лучше не показывать, да?
Так, сейчас Рамзес, 96 в гильдии. Рамзес вин получается. Слав, по команде там по трэшу первому сейчас реловность быстро. Хочу я сразу. Ну а кто там? Вот Даня может там командовать. Просто бейте и все. Не, ну какие бить. Дал помощника метку не поставишь. Цель. Сначала нужно выбрать цель. Мне нужна цель. Сначала нужно выбрать цель. РТД крестик и звезды милики череп и кружок. Олег, ты тут? Да. Заходи, кем-то у нас маг уходит. Желательно фуриком, чтобы валик разбивать. И кто там у тебя есть? По ДК могу зайти на Синдрубича. Либо добирать кого-то там. Ну, заходи. Кем-кем по ДК? По ДК. Да зайди лучше тем, кем ДПСа больше дашь. У нас очень мало ДПС в рейле. О, ДК и дам ДПС. Давайте. РД звездочку, милики печеньку. Пять не лопнулся еще. Кинули на багрухи. А, маг лопнулся на багрухи? Не, ну он говорил, что он хуй тухает в половину. Ты багруха вообще хапал, ушла. А не с гильдии, что ли? Хапал с гильдии. Ну вот, 300 обиделся, поэтому отказался. А, 300? Нема, послышался. Давай, протопал, иди наверх, ДК по одному вытаскивай. Милики в печеньку играйте, РД там массами заливайте. Thank you.
на цель. Сейчас прибудет ее подкрепление. Нужно с ней быстро покончить. Глупый Крок, ты сам привел мне подкрепление. Восстаньте, чемпионы серебряного... А давайте бурстина Вальки, нам не понадобится. Бурстите. Есть там в РК какой-то один ТД, кто хочет ЦВК лед лич? Нападай, гроза блиц. Сейчас я покажу господину, кто из нас может называться чемпионом. Что надо там еще ДД или добрал? Там клада ДД надо, ты еще одна кто-то. Так, давайте, я хила, Оптимус хила, паладин там хапал, есть у кого-то? Я спектр, он все же. Угу. Так, получается, Оптимус один захилишь, рейд? Да, ты на рейде побудешь. За мной будем летать за печенькой. Сейчас ману риснем. Мне нужна цель. Крест прото обновите. Дайте там баф еще не хватает. Дайте приста баф, дайте каску там разбафайте, инфокайдер раздайте, все раздайте. Лапа тоже 3 минуты. Да, ладно, все вроде, давайте чек на пул. Где этот ДК? Какой? Это Рейбибоп. Сейчас страшно успеем убить, умрем тут. Так, давайте все тут идем. Давайте начинайте. Играйте подозрения, я там буду в порталах летать, так что вы там сами смотрите, кого сливать. Мог бы ЗГУ кидать? Что бы ЗГУ кидай. Давайте занимаем портал и перед мордой встречаемся. И против часовой будем летать. Давайте против часовой. Также сама перед мордой.
снимать. Перед мордой будем так же само летать. Играйте в подавление так же само перед мордой. Шаман, это мой портал. Сколько там процентов? 74, по-моему. Да где вы тухнете, заебали? Давайте после этих порталов раздадим, захилим. Дайте еще один рост, дайте Оптимус поедим на хп. Кидайте дух на Вальку, если там хули приста есть. Давление. Играйте подавление, самое главное теперь. СДП тоже давай гимн на хп. Все, захиливайте. Резайте сразу охотника, спускайтесь вниз. Оптимус ШП я похилил. И рогу ясните. Так, перчатки, охотники, энхи на майнспек надо кому-то. На успех. О. Шея на танка на майнспек, надо кому-то. Это Сагиня. Штаны надо бесплатно накопало. Пора плоги накачать, это все бесплатно. Закачайте, главное хилите. Ну ты же меня знаешь, 6 классов качал, все не играют. Ну сколько там сейчас этот персонаж, ну не акция, это вот типа готовый 700 долларов. Не, ну 80 уже там со шмотом, 4 вроде. 1000 рублей продам. Может, зиму зацеплю. Зачем тебе рубли? Ну, он переводит. Люблю коллекционировать бесполезные бумажки. Знаете, какая самая полезная бумажка? Бесполезная. Та, которая в туалете. Дайте шкаф там присумой, кого-то просит. Почему она бесполезная? Ты пальцем пользуешься? Так это ж Войт, что ты хотел-то от него? Да вы заходите. Там охотники и локи, там если есть кто-то не ФКшек, еще можете трэш привезти с синдры этих драконов и моба. Ой, шоколадные руки. Что ты так обеспокоен Войдом? Кто? Ты. Может, любой обеспокоен Войдом. Угу. Ты его управо. Обмазаться ты. Опять поделай. Его право что?
пальчиком делает вместо бумажки. Ну, хорошо, я же ему не говорю ничего. Труп навязываешь свою точку зрения. В таком предложении я навязывал свою точку зрения. Труп продолжил бы. Вот ты сейчас навязываешь свою точку зрения. Не знаю, о чем ты. Со своими домыслами какими-то. Олег, заходи. Не знаю. Не заходи. Ну вот, вот это навязывание уже. Не заходи. Ты сейчас. Конечно. Не заходи. Не захотелось зайти. Долго их бьете. Вопрос для ТК. Когда ты кидаешь истерию на кого-нибудь игрока, а потом сразу спекаешься, истерия у игрока, которому ты ее кинул, пропадает или нет? Никогда не проверял. Заходите там в армах. Идем с дракончиков, убьем право сначала, потом лево. Ну, рейд там, подходите, не спите, там танки, хилы тут, все, милики, ДДшники тоже подходите. Там ДКшки кидайте на него окова через 5 секунд, пока да, чтобы он не взлетел. А кто остался, Сандралич? Да. Остался Зов и Митриус. Все, уйдемте второго дракона, говорите, наверх идите, там будем его убивать. Баф пока не давайте, присвоим потом бафами.
Поднимайтесь наверх, убирайте тотемы, захиливаем рейд. Дайте шкафок. Тыкните на сумму. Там Макс умолся. Что-то Макс иди. Так, только что сейчас добрал, да? Мага этого. Долго грузился. Все, давайте все тут там ставьте рыбу, кушайте, давайте фулбафы. По тактике все глыбы будем выносить к синдре. Если мы падаем, то ГП тем, кто от притяжки умирает, там от глыб умирает, все такое. Освобожден огонь не стакаем, на второй фазе особенно не стакаем. Милики скажу, когда она будет стопнуть, если по хилам будет освобожденка сильно много. Танки, фрешмот одевайте, не забывайте. Так что еще, ну вроде все. Смотрите, по бафам что не хватает, дайте пристабаф, интеллект дайте, каску, магу дайте. Пятая пати хилы все, давайте чек на пул. Меня слышно? Да. Давайте, все готовы. Слышно, слышно. Давайте, все готовы, начинаем. Все глыбы будем под босса носить. Давайте хилим рейд, там фрешмот не забывайте одевать. Глупой сразу, короче. Дайте агро. Падаем. Чё это было? 5 косарей как минимум. Сорян, это промах был. Падайте, не тяните время. Не хильте, там не домашний, просто умираете. Нормально, не нравится. Да не, он ДК-то нормально танчил, вот не косячный. Звезды так на раз сошлись, а неудачно. Ну, первый блин комом. Олег, спасибо, что пришел. Кстати, да. Что, наверное, там притяжку втихаря использовал. И, блин, я, по-моему, я нанес этот ледяное прикосновение и атаку. А Деньку надо мажем. Там ставьте, чинитесь, кому рыба, там надо баф пока не давайте.
На FDK и ADK разные сокеты в шмотке, верно? Да. Да. Угу. Ну, считай, ПБС его. Надо 4 токена. Ну, давайте, все тут фулбаф, давайте кушайте рыбу. Давайте чекнем пул. Не спускайте пока синдром, подождите. Били, Некки. Все, все готовы, давайте спускаемся вниз. Дайте на пул Некки. Это не хватает, вот. Тяжку нажми. Зачем вы сюда явились? Поверни, поворачивай бочком. Поворачивай бочком. Да, да, вот так вот. Еще поворачивай. Еще вот так, стой. Еще чуть можно повернуть. Так, 3 хила освобожденка, милики 4 стака максимум, освобожденку не хлопай. Наверное, с X1 парень. X5. Да, X5. Смотрим, сейчас будет натяжка, готовьте 2 секунды. Я просто давай, забыл, на каком серве он рейдит. Ну да, пошел на балкон сразу. Так, давайте дотайте синдру, сейчас будет взлетка, 3 хила освобожденка, там не стакайте. Фридом на БДК, метки рейд наверх, метки вниз. Давайте метки вниз, рейд наверх. Кидай белотрон эту хуйню свою истерию. Давайте прячемся. Прячемся. Между глыбами падает с левой стороны. Поставил метку, печеньку не бить. С правой стороны падает. Бейте центральные, левые и правые склепы. Бейте центральные, печеньку не бейте. По центру, падает справа. Печеньку не бейте, сейчас разобьете печеньку. Правые не бейте, центральные. Стоп по склепам. По центру падает. Не бейте склепы. Можете разбивать. Даня, резай, Белина. Так, раз, два, три хила освобожденка, милики 4 стака максимум. Ничего не стакаем, все нормально. Беги, малыш, давайте бежим, притяжка. Так, один хил освобожденка, нормально, можно милики бейте, нормально, только без фанатизма. Владим как фанатизмист. Ну да. Взлетка 2 секунды, додайте синдром, сейчас будет взлетка. Давайте рейд наверх, метки вниз, фридом на БДК. Давайте вниз метки. Склепы не так сильно бейте, полегче. Печеньку не бить, по центру падает. Так, смотрим, с правой стороны падает, бейте склепы, правые, левые. Печеньку не бейте. Так, с правой стороны падает. Эти правые склепы, левые не трогайте. Правые склепы фуловые стоят почти по центру, падает чуть левее. Все, разбивайте. Табурен резай с ДПР. Разбивайте.
Так, 4 хила освобожденка, милики, 2 стака максимум, освобожденку не хлопаем по рейду, 1 хил, шаман хилит, держи танка. По рейду не хлопает вообще, не стакайте ничего. Давайте, притяжка 2 секунды, готовьтесь. Давайте, притяжка, бежим. Давайте рост. Давайте рост. Все глыбы будем под босса носить, ничего не стакаем. Скинули, вернулись, хилим БДК. Смотрим, на ком будет метка, метку под босса. Право-влево выбегать не надо. Берин под босса, милики ушли. Ушли милики. Берин под босса. Разбивайте сразу, следующий под босса будет притяжка. Не хлопай махтом, который пришел. Смотрим. Так, смотрим, будет притяжка. Ушли нервные под босса, ушли милики. Так, 3 хила сапожонка, милики не стакай. Не стакаем, ничего не хлопаем, все нормально. Не бейте склеп, притяжка. Стоп по склепу, стоп по склепу. Следующий под босса. Стоп, не бейте склеп. Бежим, равен под босса, ушли милики. Под босса ушли милики. Ушли, ушли, там, паладин. Разбивайте сразу. Так, 2 хила, нормально, кальк под босса, ушли милики, кальк под босса. Разбивайте сразу. Там паладин, меняйте, не забывайте. Пары, покричите на хп. Под босса следующий. Шаман, мега, мега под босса, короче, мега пошел, ушли милики. Давайте хилим протопала, разбивайте. Все нормально, не паникуйте, следующий под босса будет притяжка. Слава под босса, милики ушли, склеп не трогаем, будет притяжка, склеп не бейте. Беги, малышка, беги! Следующий под босса, милики не подходят, разбивайте склеп, следующий под босса. Не подходите, милики, муравейн под босса, милики ушли. Под босса, под босса, ушли милики, ушли, Слава, уходи. Славян. Ладно, ладно, разбивайте. Кто-нибудь показался, что он как-то блинканулся или что? Давайте, под босса, Слава. Ушли милики, скидываем стаки. Следующий тоже под босса, будем нести. Агро, агро, агро. Даня под босса, ушли милики, ушли. Ушли милики. Сместились, чуть влево сместились. Разбивайте. Разбивайте. Следующий под босса будет притяжка. 4 хила освобожденка, это брен под босса. Ушли милики, притяжка, этот не бейте. Оптимус зажгим на хп по команде, если шо. Давайте, не хлопаем. Беги, малышка, беги. Давай. Следующий в сторону добивайте. Разбивайте и добивайте. В сторону. Этот мах в сторону, в сторону. Все, добивайте. Все, у нас есть эти павших. Части? Да, часы. Рольте на мой успех. Спасибо. Да, рольте взрывателя. Так, СДПР.